Меня не нужно долго уговаривать, чтобы завернуть что-нибудь вкусное в тесто, поэтому сегодня равиоли. С тестом все просто, соединяем яйца и муку. Хорошо вымешиваем тугое тесто, нужно сжечь побольше калорий, чтобы потом не было стыдно их обратно наесть. Убираем его хотя бы на час в холодильник. Для начинки подрезаем лук-порей и на крупной терке цукини. Последние солим, пусть дадут сок. Слегка обжариваем лук и если кабачок потик, отжимаем и отправляем туда же на сковороду. Хорошенько обжариваем овощи и в конце добавляем щепотку орегано. Как начинка остынет, соединяем с парой ложек творожного сыра и можно приступать к лепке. Как можно тоньше раскатываем тесто и формуем равиоли. У меня нет каких-то специальных форм или ножей, поэтому я делаю вот так. Варим в кипящей, хорошо посоленной воде 4-5 минут. И пока они варятся, можно приготовить простецкий соус. Прогреваем в сливочном масле немного чеснока, петрушки и добавляем тот сок от кабачков. Домашняя еда может стать интересней. Пробуй!